везде. Короче, вы поняли, да, что мы не попали ни в голубую мечеть, ни в могильник, где похоронен султан Ахмед и его супруга Кюсе. Мы не попали никуда, все закрыто. Но мы прогулялись, мы хорошо провели время. Я считаю, что это главное. Сейчас Вероника надевает шапку на Наташу. Какую-то панамку. Сашка где? А Сашка переодевает свою летнюю куртку на более пуховую такую, ну, по типу такого, как у меня. У него типа Зара курточка, а у меня жилетик из этого, из Вайкики. Мы уже посмотрели, здесь все в одном цветовой гамме. И мы сейчас решили дальше пойти бухать, веселиться. Ты посмотрите. Мы идем в поисках какой-нибудь турецкой кафешки. Ну, пожрать что-нибудь. Традиционной кухни. Саша, у тебя сумка открыта, как всегда. Рюкзачок. Она у тебя открывается. Ее открывается, да, ее надо вот так. А зачем ты ее открываешь? Ее бок. Сашка, а ты можешь ради нас совершить поступок? Сорвать нам всем по цветочку, вон там растут. Тебя схапают, да? Да, конечно, не надо. Даже если он бы начал это делать, в чем я не уверена, я бы его остановила. Мы сейчас пройдем через там сорвем, да? Торговую точку. Там есть цветочки. Мы заставим его купить. Вот ты настоящая женщина! Короче, мы шли и решили хоть в один могильник попасть. Вот этот могильник, сейчас мы перейдем дорогу. Вот этот могильник, он это бесплатный, ну, там все бесплатно, могильники все бесплатные. Завтра, может, дай бог, съездим на Долара, если там ничего не случится. О, серьги. Ух ты! 200 лир. А может ли такие взять за 200 лир? Что вы встали? Вход бесплатный. Саша, это не то, что нужно твоей маме, то, что ее интересует. Татьяна Сергеевна, мама у Саши, интересовалась всякими гробницами, ну, султанов Сулеймана всяких. Короче, а здесь я тоже уже снимала, это весь видео 2018 года, но так как мы никуда не попали, мы решили зайти сюда. Чтобы в Стамбуле у нас не был там вот бесцельно проведенный день, мы решили зайти сюда и посмотреть гробницы. Вероника тоже снимает для себя, для своей коллекции домашнего видео. Я не показываю ничего особенного, я не говорю про какие-то исторические факты, но вот есть такое место, где покоятся люди, оно находится в центре города, ну вот, Ата-бей, в 1338 году, по мусульманскому календарю, здесь 1324 год, ну короче, ну вот такое. Амирал Исмаил Хаки. Вот такой вот памятник ему. Не знаю, на Троекуровском кладбище или на каком я была. Было, мне кажется, интереснее. Где наши звезды все похоронены. Ковид-бей. Ковид. Это ты придумал коронавирус? Ковид-бей. Фазил Паша. Какие-то были, видимо, видные. Али Чеват. А здесь люди ходят. Омер Васы. Халим Паша. Халим. У Миланки так брата зовут Халим. Мехмед Али Паша Оглу. Оглу, мне кажется, это что он был? Азербайджанец? Вот такие вот гробницы. Здесь же мечеть. Мы никуда сегодня не попали. Ой, мы попали только в места, где бухают.
По сути, это кладбище, но кладбище в центре города. Здесь похоронены известные люди Стамбула, которые свой вклад в историю принесли. Кладбище ухоженное. Эмине Айти Султан. Эмине — это, видимо, последняя династия. Султан Мурат. Подождите, если написано Султан, то это какая-то вот прям Эмине Султан. Это не просто так пишут. Султан просто так не напишут. Это, видимо, из династии последнего султана. Я не знаю. Здесь тоже написано Шехзаде. Шехзаде Эфенди Кизы. Это дочь султана Фатьма. Усманоглу Сейферинди. Султан Абдуллах. Абдуллах Азиз. А что ты пишешь? Гель-гель. Ханым. Шехзаде. Это вот, может быть, последние султаны здесь похоронены. Султан Абдул-Хамид. Последний был в Турции. Султан Абдул-Азиз. Султан Абдул-Азиз. Это, видимо, семья последнего султана. Конечно, наверное, не первые лица. Султан Абдул-Хамид Хан. Кызы. Айше Султан. Дочь султана. Султан Абдул-Хамид Хан. Кызы. Дочь султана Ахмета. Султан. Подождите, я правильно поняла? Она в 2010 году умерла? Подождите. Родилась 13 января 1918 года. Умерла 15 июля 2010. Это свежая могила, свежее захоронение, реально. Почти 82 года прожила, да? Правильно посчитала? Или, ну, сколько тут? Вот это ее могила. Скромненько, скромненько, но ухоженно. Ничего не скажешь. Центр города всегда был центром города. Здесь просто так никого никогда не хоронили. Это все равно первые лица государства. Это хоть как. При любом раскладе. Эмине написано. Вот сейчас действующая супруга действующего президента Эмине. Дай бог ей долгих лет жизни. Это что тут за гробик? Бьюк большой, что-то там, Бурада. Здесь что-то там Тюрк Оченцы. Что это? И вообще ничего не поняла. Что тут парни ходят? Посмотри, какое здесь почитаемое место у турков. Здесь прям реально турки ходят. Yes, bro. Ты посмотри на них, а? Сашуля, а ты это повтори, те слова, которые ты сказал только что мне. Ну, короче, все, давай, мы побывали на могильнике. Саша, ну ты так не делай вид, что я это придумала, слова эти твои. Он делает вид, что я придумала. Он сказал, ну все, давай, короче, мы побывали на могильнике, давай пойдем дальше. Это его слова. Я не придумала. Я прям вижу, что он улыбается затылком, но не поворачивается, не признает этого. Но я вас никогда не обманывала. Он так сказал. Хазине Кайяши Ахмед. Ахмед. Бен блогер.
Ben vlogger. YouTube mu? Sen abla? Instagram İbo Öndüç. Niye? YouTube channel. İsmini yazsana. Aç bu Suriyeli. İnternet var? Var. Davai, YouTube. Kaç takipçi? Abone. Sabji. Давай. Inna Sudakova. Inna, Inna Sudakova. Takipçi kaç? Oradan bak bak. Inna. Inna. Подожди. Inna. Inna, evet evet. Bunlar bizim akraba. Değil mi? Bakayım. Kaç takipçisi var? 233.000 abone. Memnun Takip oldum. Forever. Memnun oldum. Paylaş bunu. Sonra. Bakacağım. Bakacağız. Instagram İbo Öndüç. Instagram Cemal Öndüç. YouTube. YouTube. Buraları kesme ama. Beylat. Benim Türkçe çok az. Kesme burayı, burayı koy. Ya geri dönüş. Öyle değil ya, anlıyor musun? Hadi ya. Burayı paylaş. Burayı. Beni de paylaş. Tamam. Şimdi. Etiketle. Hadi yaz, davay. Ama hadi. Otur bir ya. Görüşürüz. Малыш, бебек. Бебек, бак, бак. Бак бурая. Дур, фото. О, чё гизель. Турецкие сладости, но у нас хивалани полным-полно, похож, да, на долму. Ох, чи, фонарики. Пойдемте вниз направо. Вниз направо. Вниз. Подожди, Вероника, вниз, а туда. Подожди, там вверх получается. Это что? Как называется? У меня телефон разряжается. Какое у меня всеобъемлющее видео. Я и туда, и сюда, и пятое, и десятое. Саша, Вероника, Наташа. Что, вы не со мной, что ли? А что вы так со мной, типа, не базарите? С тобой, с тобой. Давайте быстрее. Тут так-то, между прочим, дорога. Они, наверное, со мной поссорились. Они не слышат. Саша, вы со мной поссорились? Нет? Точно нет? Их удивил этот вопрос. Что купить? Он, мне кажется, хотел нам цветы купить. Да, он так говорил. Какие-то это они уставшие. А знаешь что, Саш, а давай лучше мне деньгами. Мне не надо цветы. У меня дома есть. Мне потом еще Тахирчик подарит. Спрятались, поникли лютики. Смотрите, реально ромашки. Реально. Ох, Россия навеяла. Тортики. Реально, Вероника, такие цены, ну это просто, это невозможно. Нормально, скажите, мы можем в эту подворотню там поесть, но чтобы эти цены были приемлемы. Саша, узнай про алкоголь. А что мы, там деньги мотать, что ли, будем? У нас нет, как сказать... мысли потратить все деньги мира, чтобы тут 5 дней отдохнуть в Стамбуле. Нет. Стамбул это не про это. Да вообще, любой город мира не достоин этого, чтобы потратить здесь все последние деньги. Нет. Видите, какая милая. Что он там говорит? Саша, что он говорит? Что, вы узнали? Слушай, цены неплохие. Такие же, как вчера были? Нет. А алкоголь вар? А здесь нет? А, кальян есть?
Сигара еще без? Сигара ваша. Можно курить, но есть наргиле. Кальян есть. Алкоголя нет. Если поесть, мы можем сюда зайти. Пойдемте дальше. Пощекер, Дарин. Нас не привлекают такие места, где нельзя выпить. Это я говорю, это не они так думают. Это я говорю. К ним не надо это никакую привязку делать. Я это говорю. Это мое пошлое нутро. Не нужно отождествлять с людьми, которые со мной находятся рядом. Это правда лучшие люди, что вообще есть. Но вы сделайте выводы, что эти лучшие люди общаются со мной. Ну, стало быть, я не такой уж и плохой человек, да? Тамам, тамам, тамам. Я думаю, что вы меня поняли. Это Турция, детка. На Кристиан Диор написано «Я тебя люблю». Это Турция, детка. Как вы думаете, это Кристиан Диор или нет? Ты знаешь, не провернуться, Наташ, ты понимаешь, что? Я готова пойти в любую подворотню поесть. Мне кажется, там может быть селфи-палочка. А зачем вам она? Чтобы мы все вместе. Ну вот я была бы нормальным блогером, я взяла бы с собой палку хотя бы. Ну какой-нибудь штатив. Я даже штатива не взяла, верник. Ты понимаешь? Мы поняли. Для того, чтобы масштабные. И не пользоваться услугами турков, не путевых, которые нас фотографируют криво. Что там парень написано? Свежие овощи и фрукты, подарочные продукты, естественный мед, сыр для гурманов, виды турецкого искусства. Я не выдумываю, так написано, Вероника. Здесь вы можете найти все, что вам нужно. Очистка и косметика, мясо и мясные продукты. Ты потому что по-русски читаешь. Ну, конечно. Естественно. Ребята пошли в магазин. А я вам хочу снять витринку. Все в вакууме, все в пленке, все вообще. Так, бананы бросом. Ребята пошли в магазин посмотреть селфи-палку. Мне селфи-палку не надо, я интересуюсь другими вещами. Я им сказала, что они пошли посмотреть алкоголь, селфи-палку. Я говорю, я интересуюсь другими напитками. Бухлишком, там туда-сюда, пятое-десятое. Привет, привет. Оп, Сергей. Очищенный гранат. Как удобно. Почистили уже, да, стакашек? О, знаете, наподобие Мигроса, наподобие какого-то сетевого магазина, находится в центре города. По ценам я сравнивать не могу, потому что я ни хера не помню. Ну, хотя, как не помню. Груша 30 лир, армуд. Ну что, охуели? Просто апельсины, мейве апартакал, люкс, 24 лиры. Это люкс. 8 лир гораздо приятнее на рынке покупать. Вы что, гоните, что ли? Серьезно? Ну, блядь, вы охуели, вы что, не в Турции? Нутелла. Если бы я не жила в Турции, я бы просто охуела от этих цен. В обыкновенных сетевых магазинах гораздо более привлекательная цена на все. Так, а ну... Вот эти вот галеты стоят 4 лиры, здесь 6. Юлькер 12 лир. Вот 12 лир я за 12 покупала. Вот эти вот. Это мы с Иринкой, когда ходили гуляли, мы брали вот такие вот 12 лир. Да. Ну, не знаю, короче. Ребята где? Они пошли искать селфи-палку. А, он и сел. Вот они, всякие штыкерочки, зарядные устройства, Ариэли. Это раньше было выгодно покупать. Что покупаете? Ты не видела такой шампунь? Да какой? У нас. Возьми хочешь, тебе надо? 89 лир, 90 лир на 4, ты что?
9 на 4. Что-то до хера, мне кажется, шампунь стоит Head & Shoulders. Это мой любимый. Вот этот Palmolive, а ну открой, да. Давай поднюхаем. Да, лаванда. А ты можешь открыть? Я не нервничаю. Ну, нормально, но меня не успокоило. Меня в данный момент... Это наш с тобой. Там такими не моются. Такие нервики вообще. Это, говорит, наш с тобой. Ну, пошлите. Где? Я думала, вы... палочки нету. Подожди, я думала, вы возле селфи стоите. Подожди, ты не там смотрела, Вероника? Вот здесь надо смотреть. А, подожди. Сюда. Сюда глядела? Нет селфи? Ну, где-то вот в таких местах надо смотреть. Где на... Ой, мелкий. А. Может, не шоколадочку взять? Ой, я не хочу. А мы хотим взять пиво, например, нет? Ну, гулять с пивком, под мышкой, нет? Я бы хотела. Я, видите, я за себя говорю. Ну, в общем, мы решили пойти в ряды для алкоголя. Где тут, что продается, что да как. Ну, короче. Ну, что сюда пошла? Салфеток, что ли, взять? Детского питания? Ни шоколадки не нужны, не важны. Я бы облагородила себя бухлишком. Сладости турецкие. Ой, все то же самое, что в Алании. 107 лир. О, музыка играет, сладости. Любой город Турции этим похож. Да, 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 да. Обыкновенные магазины. И что там они стоят, смотрят, мясо сравнивают? Что вы смотрите? Говядину. А вам она зачем? Вы готовите собрались? Прицениться, все правильно, вы просто офигеете от цен. Прицениайтесь, прицениайтесь. О, пельмешки. Музыка играет такая фоновая. Треугольнички такие. Манты. Класс, да? Короче, доброго вечера. Приятных воспоминаний о наших прогулках в Стамбуле. У меня телефон показал, что 3% зарядки. Я на этом... заканчиваю видео. Пока!